Боже, тут такое предложение, конечно, но... Мне предлагают вкусный ужин. Но я выбираю драки. Ну что ж. I'm back. Yes. I welcome you. Мне кажется, сейчас Урин, короче, просто smack the death. Да, Урин только что тренировал комбы на тренировочном центре. Все, сейчас. Короче, Киджи, мне нужно твое профессиональное мнение. Пока они там делают свое дело, гадкое. Так. Можешь, во-первых, дать ему ложку бутылку? Не алкоголь. Короче, есть... Вот что любит делать. Вот что любит делать апокетик. Хочешь, я тебя это бантил? Я, короче, оставлю тебя ради немножко эдплея. Конечно. Невозможно тебя винить. Sick confirms for the game. 1-0 for the wake up DP. Сумеет ли пакетик перебраться через пострелушку? Интересно подключение управляемого вейка в тепле. Решил на коленах полететь. Кей-Джей, почему ты в ноль ни разу не нажал, когда с вейка в тепле играл? Ну, я вообще нажимал тогда, когда я уверен был, что я попаду хотя бы в блок. Дело в том, что Крауч МП оставляет на очень неприятном рендже меня, на котором я могу нажать свой лайткик, например, и получить следующий КРМП After Hit Punish. То есть, когда я не уверен, что попадаю, я не жму. Wake up DP. О, отличная крышка. Что будет? Ну что, надо найти какую-то возможность активироваться, но в следующем раунде уже ее найдет Wake up DP. Хорошо прыгаю через шары. Кетик, ну да, может действительно не прыгать, а просто стрелять по ним. О, удачная прыжка. Решает здесь отдать бар пакетик. Ну что, что же будет? О, интересно, интересное видео. Да, и...
Да. Знаешь, ты типа сетплей не особенно. Ну, типа, знаешь, это всегда на лево-право, когда кухня открывается на когда, когда флипом переметаешь. Медиум фуха. Не, ну типа я не знаю. Короче, я хочу тебе показать видео, просто я не очень понимаю, выливание за ты хочешь моего совета? Я хочу, да. Ну ладно. Я предоставлю. Очень-очень много обмазывается госкилом в ATP. И все мы ему это позволяем делать в ситуациях, когда даже тогда, когда, наверное, можно не позволять. Надо следить за этим. Потому что воскил это довольно сильная штука для Уина. Да, правильно, высокие колени нажимает без кнопки. Эти? О, ну вот тут как-то странно получилось, сразу решил отдать голову. Уин. Да, под медленным шаром довольно трудно прилечь, наверное. Ой, вот это вихванишь. Ну что, хороший антиэйр от Фальки, но игра не вознаграждает ее активации. Зато потом бросочек заходит и раунд за попытку. Да, техник тут свой минус 2 урин. О, nice conversions. Действительно, да, можно в некоторых ситуациях получать выгоду с этого juggle state, но с EXDP выгода, конечно, более очевидная. Вот ее пакетик продемонстрировал. Ты
Какой счет, добрый сэр? 2-2. А, точно. Да, да. Хорошо. Я нажимаю кнопку. Раунд 1. Ничего страшного. Я... Короче, все в порядке. В матче можешь нажимать. О, дает выпрыгнуть из угла сейчас пакет противника своему. Ну что? Да, попытался снова будем на коленках полететь. Найс, тебе. Снова хороший хит конвершн, там DP. А, или нет, наверное, ты на обычном хитя комбите. Ух, удачно, удачно. Да, можно было, наверное, еще убить, но не смог подобрать подходящую комбушку. Ну что, как же закончить? Вау, стреляет под зеркалом пальцы. Ну что, у Урина есть Critical Art, захочет ли его отдать? Габзби не решает. Решает вложить метр иначе. Йоу! И это же контр-хит-комба. Контр-хит-комба. Нажал слабый габзби после хит плеча и получил контр-хит-комбу смертельно. Убирает контр-кэрри здесь. Этих, а потом хороший конферн демонстрирует и очень много стана на Уриене. Да, удачная прыжка, но правда дальше ничего не придумал. А вот этих пришлось прыгать еще раз, но пока что в этом матче все его решения себя оправдывают. Второй раунд прям в одни ворота он забрал. Ну все, кажется, теперь все ушли смотреть Эва. 7 человек осталось наших зрителей. А, началось? Да. Восемь тридцать шесть, если быть точным. Окей. Ты со всеми ведь сыграл, да? Сыгрался. О, очень, конечно, неудачно из воздуха вытащил этим краучем П пакетик противника, но не очень он за это заплатил. Йоу, вот только что были хёрдбоксы на палке в действии. Треснула в зеркало палка своим орудием и получила урон. Ну что, есть на массу Уриена. Йоу, Янтиэль тоже есть. Но есть чудные, дивные контрхит-комбы от Апокетика, которые он отыскал просто невероятно. Очень-очень вовремя. Да, есть аэрграф. Ну, как проснулась какая-то реакция и какой-то decision-making у Патетика в этом сете. Решает здесь как-то покомбить в Planet of Game. Да, вот это был не самый удачный микроджамп. Здесь интересно. Пытался он тижам плоу выполнить пакетик, не получилось, но и тут да. Психанул. Не, на самом деле вроде это паниш, а тут не в реверсал, по-моему, сделал. 12 же уровня. Да. Или 16. 12. Ну, значит, вот, типа, должна панишить. Ой, я забыл поставить счет, ну ладно. Просто запомним, что сейчас 4-2.
Все, последние вот эти несколько матчей Патетик довольно хорошо справляется с тем, чтобы держать уровень комфортной для палки дистанции. Ну, не прямо сейчас, конечно, комментатор скрылся во все поля и в полную силу работает. А это что, пойдет? Да. Решили, что только Калин так может. На самом деле шот в этой ситуации был довольно довольно хорошим решением, потому что там несколько. Да, опять хёрдбоксы палки в действии. Ну, конечно. Да, вот эти вещи, конечно, нужно к какому-нибудь готовым. Очень-очень часто мы все друг у друга из углов выпрыгиваем за бесплатно. Ох, нет конферма, ну ладно, конферма нет, победа все равно есть. Итак, 4-3. Если я все правильно посчитал, то 4-3 у нас счет. Да, все так. Оп. Да, нет. Не получилось по конферму прыжку Кабзики, но это особенно ничего плохого у него не значило, потому что урон он все равно нанес прилично. Да, nice punish. Такой, снова. Наверное, нужно самому сходить в лабу и понажимать hard punch на пал. Интересно. Ну вот, опять вот эта ситуация, но сейчас как бы не совсем ничего не заплатил Wake Up DP за то, что свичнул позицию, но кажется недостаточно. Нужно, наверное, на каком-то более таком следующем уровне игры нужно обращать внимание на такие вещи. Тем временем двумя бросками забирает Wake Up DP раунд. Отлично панич свипа, много урона. И хороший контрхит конферм от WP. В очередной раз он пока на стике не все может выполнить. Вот конкретно это комба у него. Этот эндер, вернее, это плечо он часто запарывает. Да, выбирает подходящий фаниш пакетик и зарабатывает себе сет-поинт. Да, приятно. Мне тоже нравится. Мне нравится, что, ну, типа, у тебя больше пальцев участвует в моушене. Ну да, да. Ну, на стике моушен такой он естественный. На паде тоже, на самом деле, довольно естественный моушен. Но просто этот... Ну, для чардж персонажа, наверное, да. Наверное, это очень сильная опция. Ну что, у нас Пакетик не только хорошо сыграл, но еще и выиграл. И, наверное, осталась только наша с Питреном пара.